Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем России, одним из самых важных праздников нашей Родины. Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем Отечества. Для нас Россия, Родина, гораздо больше, чем место, где мы родились, где мы живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями. И эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения. На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стержнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне. С праздником! Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев –